Всем привет! Меня зовут Вадим. Я представитель компании Lemma. В этом видео я покажу, как собрать модель конь. В наборе 11 деталей. Для начала достаньте все элементы будущего коня и разложите их. Внимательно изучите инструкцию. Теперь рассмотрим детали в отдельности. Это середина нашей модели, та часть, с которой начинается сборка. Второй элемент – гравировка лица и гривы. Таких элементов пара, как и следующие. Это ноги, на которых будет стоять или скакать наш конь. Еще один элемент, придающий объем и реалистичность модели, также парный. Конечно же, копыта в количестве 4 штук. Наждачная бумага и клей ПВА. Приступим к сборке. Наносим тонкий слой клея на основу. И прикладываем элемент, следуя инструкции. То же самое проделываем с другой стороны. Когда клей высохнет, можно приступить и приклеить ноги. С одной. И с другой стороны. Пока клей не схватил детали между собой, можно проверить устойчивость модели и поправить их, если необходимо. Финальную деталь тела коня приклеиваем на выделенное контуром место, также с двух сторон. Когда все высохнет, приклеиваем копыта. Для этого достаточно по одной капле на каждую ногу. Излишки клея можно убрать пальцем или тряпочкой. Приятной игры и до новых встреч!